Забота о пожилых людях, организация для них здорового и разнообразного досуга на свежем воздухе – одна из задач коллектива волонтеров «Щедрые сердца». В рамках проекта «Серебряный возраст. Время достижений» активисты на протяжении лета старались разнообразить досуг пожилых жителей города, вовлекая их в занятия спортом. Новус, шаффлборд, джакл и корнхолл – настольные спортивные игры, правилам которых волонтеры были рады обучить почтенных жителей серебряного возраста. Инициаторы игр Татьяна Ножкина и ее коллектив «Щедрые сердца» удостоились наград от Дома ветеранов, Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары. Мы очень рады видеть новых людей. Наши игры могут заниматься все – и дети, и взрослые, и пенсионеры. То есть люди независимо от возраста и состояния здоровья. Но те, кто занимаются, они получают колоссальные эмоции, положительные, заряд бодрости и стимул к жизни. Уникальный спортивный проект «Серебряный возраст. Время достижений» проходил в городе в рамках нацпроекта «Демография». Пожилые люди получили возможность проводить время на открытом воздухе, в скверах и парках Самары, участвовать в оздоровительных зарядках, культурных событиях, шахматных баталиях и в других спортивных состязаниях. 3197 жителей нашего города смогли принять участие в ходе мероприятий в рамках этого проекта в разных формах. Кому было интересно, он занимался зарядкой. Кому интересно было настольными играми, кто приходил танцевать, кто выступал. Поэтому мы сегодня собрались во Дворце ветеранов с тем, чтобы сказать самым активным участникам нашего проекта добрые слова, наградить их благодарственными письмами Департамента опеки, ценными подарками. Торжественное награждение победителей конкурса сопровождалось танцевальными и песенными номерами, которые подготовил коллектив Дворца ветеранов и другие творческие объединения города. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.